Алло, Клод, милый, я звоню тебе, чтобы сказать, что очень сильно тебя люблю и восхищаюсь твоим хозяйством. Не, Каталина, это Карл. И ты просто ошиблась с номером. А, Карл? Прости, так всегда легко ошибиться. Особенно, когда любовь и страсть так кружили мне голову. Да-да, но я очень... Времени нет, пока-пока, блин. Задолбала эта козлина меня уже совсем. В общем, всем привет, это канал Максимадзе и... Мы продолжаем GTA San Andreas, точнее уже скоро будем заканчивать. Мы вернулись в Лос-Сантос, мы вернулись к себе обратно домой. Теперь как будто это первый сезон. Как будто это первый сезон, мы прям здесь снова. Все такое, но это четвертый сезон. И уже скоро мы закончим проходить игру. Не так уж и много осталось. Да, эта фигня доход снова приносит, правда, доход вообще маленький. Давайте зайдем домой к себе. В общем, нам надо победить всех балосов. Видите, сколько территории они захватили. Нам принадлежит только Гентон теперь. Но мы это все исправим. Найдем, где прячется Биг Смоук, и выпустим ему в толстую желтую задницу пуль. И на этом все. О, смотрите-ка, это же Дмитрий Раскалов из GTA 4. Я скинов понаставил просто, и так что вот такие вот дела. Несколько. Он просто прохожий, я скин поставил, в общем, не важно. Ладно, давайте сойдем уже к себе домой. Ну, просто небольшая вечеринка, по слухам, у тебя не все в порядке. Так что у меня есть подарочек от Бидапа. Эй, я этим не занимаюсь. Ну, Свит, это понравится тебе. Это чистейший состав, только для состоятельных. У нас все такое используют. Я знаю, тебе понравится. Сразу унесет всю боль. Да? А, ты что там делаешь? Ой, извини. Ладно. Все вокруг говорят, кокс, 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 блин. Я просто хочу знать, в чем весь этот кайф, блин. Да что с тобой не так, а? Слушай, это дерьмо уже разрушило весь район наш. Может, я хочу, чтобы оно и меня уничтожило? Не нужно тебе это. А ты что об этом знаешь? Все к этому и сводится уже в конечном итоге. Да давай, Свит, затянись. Эй, слушай, она тебя зацепит. Не понимаешь? Эта зараза с тобой так и разговаривает. Тебе придется иметь дело с Бидапом. Кто? Бидап? Мы сейчас завалим его нафиг. Убирайся отсюда, чтобы я тебя тут не видел больше. Бидап? Наркоторговец, который появлялся в первой серии первого сезона еще. О чем ты думал, братан? Да, меня все достало, я так устал вообще. Не знаю даже, чем заниматься. Больше не могу смотреть, как семья просто разваливается. Свит, слушай, ты же сильнее этого. Сейчас, конечно, бардак, но мы сделаем все в лучшем виде. Это будет скоро. Да, я знаю. У нас это получится. Эй, Бидап, открывай! Бидап! Открывай дверь, козел, блин. Дапа нету здесь, он недавно переехал. А куда он делся? Руки не распускай, приятель. Говори. Я не знаю, но у меня есть совсем немножко то, что тебе, возможно, нужно. Мне этого не надо. Я тебе башку сейчас снесу. Свит, спокойней, не стоит. Давай, опусти пушку. Он на коксе тоже сидит. Блин, на нем цвета наших семей. Может, ему авторитета добавлять должно. Слушай, придурок, давай, говори, где Бидап, и мы сразу смотаемся. Он живет где-то около Глинпарка, его кореш всегда там тусуется. У пацана есть всегда то, что ему нужно. Повезло тебе. Ай, мухи летают. Глинпарк. В первом сезоне мы эту территорию отвоевывали от балосов.
То есть мы прям в игре завоевывали. И отвоюем ее снова. Бидап когда-то был из семьи Гроу Стрит, но решил объединиться с Балласами и торговать наркотой, блин. Так, а где же Глен Парк-то? Я, честно говоря, и не помню, где он находится-то. Давай, только не заносись, я прошу тебя. Вот он. За этой стройкой прям. Так, мы отвоевали эту территорию раз, отвоюем и снова. Братья Джонсон на подходе. Так, где калаш? У нас целая куча оружия и... Так, вот они. Когда, кстати, начинается война между группировками, полицейские сразу же убираются, перестают нас разыскивать. Да блин, побыстрее уже. Блин, Свит, ты загораживаешь мне обзор. Ой-ой-ой. Подходите ближе, я вас сейчас нашпигую свинцом всех. А чё ты стоишь и ничего не делаешь? Что же стреляй давай? Хотя бы не обзор мне не загораживай. Да блин, ну чё ты загораживаешь-то мне всё? Ой-ой-ой. Да блин, подходи, ближе, подходи. Блин, пока мы были в Сан-Фьерро и Лас-Вентурасе, они очень сильно прокачались, балласы-то. Они стали намного сильнее, чем раньше. Так, подходите ближе, я вас... Это все равно не остановит меня. А, у них и калаши тоже есть, оказывается, не только СМГ. Блин, не загораживай мне обзор. Ой-ой-ой, кто-то прям по нам стреляет. Да блин, еще и с тачки стреляют. Отлично, наконец-то. Теперь надо броню взять. Отлично, этот район теперь опять наш. А беда, правда, нет все. Давай вон тот дом проверим. Балласов там много. Так, сначала я должен добыть броню. Эй. Немедленно уйди с дороги. Я сейчас его найду. Блин. Если я далеко от него уйду, то это что будет-то? Может и снайперки грохнуть их? Сдохни, тварь, блин. Думаю, лучше и снайперки нашпиговать их немного. Блин, Свит, ты мне весь обзор загораживаешь. Вот прячется за какой-то преградой и может по мне главное попадать, а я не могу. Это нормально вообще, ребята? Так, еще один. По голове прям. Так, этих я уже добью калашом. Да блин, он спрятался за преградой, я не могу его. Да блин! Что за предатели тут вокруг меня окружают? Ох, наконец-то отвалили. Я уже думал, меня убьют сейчас. А ну говори! У меня не было выбора. Мне угрожали. Да босс все замутил. Заткни его, я устал слушать это все уже. Не-не-не, прости.
Смоук совсем с катушек съехал. Он параноик. Из дома даже не вылазит. Думаешь, что его хотят бизнес забрать. А где Смоук? Я не могу этого сказать. Я тебе сейчас язык оторву, если не скажешь. Я не могу сказать, потому что я сам не знаю. Только старший знает дело. Я все равно сейчас рубашку разнесу. Эй, Бер! Бер, иди сюда. Что случилось? Убей этих мадафаков. Я тебе дам еще крека. Давай, за дело. Ну чё ты? Пристрели их, блин. Слышь? Мне достала твоя травка, достал крэк. Все достало уже. С твоим хозяйством все достало. Си-Джей, пожалуйста, верни меня в команду. Дай мне всего 20 баксов. И я вместе с вами, как раньше. Давай прокатимся, я отвезу тебя в то место, где тебе понравится. Я отвезу Бера. Ладно, Бер, скоро увидимся. Куда мы едем, Свит? В одно местечко, где мы тебя реабилитируем. Отдайте тачку мне. Ух, как повезло-то, а? Так, давайте-ка сами к Мэд Догу заедем. Эй, как дела, Мэд Дог? О, да нормально. Держись, ты сможешь ради меня. Нет, Макер, сопротивляйся желанию. Подумай о Тэтчере, не знаю. Пора тебе вернуться на сцену. Да, я знаю, и что тебя удержу? Подожди, вот это видео, посмотри. Ты в норме? Ни о чем не можешь ведь париться теперь. Вот этот тупоголовый Лок. Лок? Он же ужасен. Блин, так и знал, что он читает мой рэп. Он сперва мою тетрадь с текстами. Это мои бабки. И девчонки мои. И мой клип он сегодня тоже снимает. Ладно. Пора нам выйти на сцену. Давай заедем туда без предупреждения. Да, мы же гангстеры. Я люблю тебя, ноги. О, Макер, у тебя с головой вообще не все в порядке. Да блин, муха ли. Тварь. Садись сюда. Мы наедем на Оджи Лока, посмотрим, сможет ли он съемку фильма остановить. И вернем твой стиль, Мэд Дог. Хотя ведь это мы ему помогали с карьерой рэпера Оджи Лока-то. Да блин, ну... Не по той дороге вообще поехал. У него интервью, кажется, берут. Ой-ой-ой, только в воду, пожалуйста, не упади. Ух, повезло. Мэд Дог просто плавать не умеет. Ах, ты жулик! Козел, блин, ты! А ну гони мне тетрадку назад! Отдавай мои шмотки и все остальное. Надо поймать его. Судно с подушками. Так, нельзя дать ему уйти, но убивать его нельзя. В четвертом сезоне каждая серия будет по две миссии. Потому что миссий мало, и я хочу, чтобы серий было больше. Всего их будет 5. Держись подальше от меня. Серий будет, скорее всего, где-то 5 штук. Одна из них будет, наверное, скучная, потому что... Мы там просто будем территорию отвоевывать. Я думал, мы друзья. Ты вчерашняя новость уже. Мы-то, может быть, и друзья. Только ты жулик и мошенник. Ребята теперь хотят Лока. Лока! А ну, гони тетрадку назад.
Не тебе она принадлежит. Может, я и тебе ее помог ее украсть, но все равно теперь пожалел уже об этом. Блин, как неудобно на этих лодочках с подушками кататься. Ой. Сквозь дерево проехал. Стой, стой, остановись. Ладно. Пирс ведет в тупик, ему никуда не деться. Блин, как они быстро ездят. Это тачки такие. Капец какой-то нафиг. Капец, на чем мы только не покатаемся, а? Какие тачки, это капец какой-то, блин. А на чем мы еще будем кататься? На попрыгунчиках прыгать? Мэтт Дог нифига теперь не может. Может, может. Мэтт Дог, ты просто дебильная задница. Блин. Делишком тебе уже на голову фиолетово. Всем. Да что ты говоришь? Вот на тебя будет фиолетово. С вами все с обоими кончено, блин. Смоук с вами разберется. Биг Смоук. Так вот, кто помог тебе стать главным рэпером Лос-Сантоса-то. Смоук с нами не разберется. Мы разберемся со Смоуком. Да блин. А куда он? У него пропадает моделька. Если далеко от него отойти. Ну, на попрыгунчиках мы прыгать, судя по всему, не будем. Это я уже сам придумал. Тут такие тачки, это просто кошмар какой-то нафиг. Тачки, это... Блин. Ну остановись, тебе все равно от нас никуда не уйти. Ого, салют пускают. Из-за чего, интересно? Ой-ой-ой. Извините. Блин, бабушка какая-то. Блин, мы еще и по лестницам прыгать будем. Ну, ё-моё. Смотри, сколько фургонов стоит. Ты жулик. Ты ничего не можешь теперь уже доказать. Слушай, Джеффри, ты самый настоящий говнюк. Ты кинул меня, его и моего брата. Да я же артист. Мы все делаем ошибки, разве не так? Ты не артист, ты халявщик, ты подделка. Я не собирался дать тебе денег на следующий раз. Вот, гонорар, забирай. Это еще не все. Ты, козел, я сейчас тебя все дерьмо вытрясу. О, ты жулик, оказывается. Я мистер Мэтт Дог, я Джимми Сильвер. Так, спокойно, я его менеджер. Если хотите говорить, говорите со мной. Ладно, рад познакомиться, джентльмены. Давай поговорим, окей? Мне нужны хиты, и если я говорю хиты, то имею в виду хиты. А что касается этого парня, этого жулика? У меня есть огромное желание подать в следующем году на его задницу. Блин, отцепите себя от меня. Эй, Лок, притащи нам пожрать что-нибудь. Нет. Даже не думай. Да вали нафиг отсюда. Не трогайте меня. Не трогайте меня. Наконец-то. На этом закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока!